иду на мотоцикле. Мои? Документы, Дина. А что такое? У меня много тоже что-то было. А причина проверки, я пешеход. Со шлемом. Какая разница? Я стою. Большая разница. Ваши документы. Я водитель на самом деле. У меня есть все. Вы не видели. Ваши документы в развернутом виде. После этого я покажу документы на номер. Вы мне условия не ставите. Не ставлю и все. Понятно, да? Я понятно вам объяснил? Документы имеются? После вас. На месте стоим, ходить на куда не надо. На месте, кто не нашли больше другого места, куда приехать? Алло. Я не нашли другого места, куда приехать. Это плохое место? Нет. Ваши документы. Но вы покажите удостоверение, пожалуйста. И будьте добры. А я что, на полицейского не похож? Не, вы похожи, просто да. Удостоверение. Нагрудный значок мы видим ваш. Теперь документы, пожалуйста. Вы ваши. Какие-то условия здесь ставите? Мы не ставим условия. Это закон РФ. Вы, я это вам, закон. Вы мне, да, или что? Это закон. Вы должны, вы обязаны предъявить. Что? Один, молодой человек, ничего не перепутали? Не хотят, да. Телефон подбегать не показывает. Документы. Да что с документами? Нет документов? Нет. Есть документы. Удивляюсь. Вы нас удивите. Уважаемый, я сейчас удивлюсь. Все отлично. После этого вообще не проблема. Просто это по закону. Хорошо, так положено. Да. Мы законно, мы послушаем. Все, я понял вас. Спасибо большое. Да, отлично, все. Давай. Без проблем, честно. Абсолютно.